Малыши-ягуары впервые на публике. Но никакого стеснения. Вверх берет любопытство. Пятнистые крохи обнюхивают телекамеры и прыгают на объектив. Котятам всего месяц, и весят они чуть меньше 3 килограммов каждый. Здоровье и аппетит отменные. Кормят маленьких ягуаров, как детей, из бутылочки с соской по расписанию каждые 4 часа, даже ночью. Котят уже переселили в отдельные апартаменты. Так проходит социализация диких животных. В будущем им предстоит много общаться с людьми. Это первая двойня самарских ягуаров. Малыши космические. Родились они в ночь на 12 апреля. Братик и сестра сильно отличаются и по характеру. Мальчик более активный и капризный, а девочка поспокойней и по внешнему виду. Девочка светлее и побольше размером. У родителей пятнистого ягуара Кекса и черной самки Нуар это уже 4-е потомство. Двое первых детенышей уехали работать в цирк. А Азар, который родился в прошлом году, пока остался в Самаре. В зоопарке живет неподалеку от родителей. Между Нуар и Кексом настоящая любовь. У ягуаров именно самка делает свой выбор. И подходящего мужчину черная кошка искала долго, пока не встретила Кекса. Туда и мужик он нормальный по сравнению с предыдущим, которого пока приезжал к нам в гости. Он очень даже хороший. И возили ее когда в гости тоже к другому самцу. Тоже не очень понравился. А вот этот прям, говорит, нравится. Люблю я его. Нуар, которую сотрудники зоопарка ласково называют еще и плюшкой, любительница поесть. Отчего набирает лишний вес, периодически ее сажают на диету, а заботливый Кекс в эти голодные времена отдает подруге свою еду. Так и нажили уже 5 детей. Маленькие двойняшки пока безымянные, вскоре они уедут из Самары в другой зоопарк или цирк, там им и дадут имена. А пока взглянуть на детенышей одного из самых больших хищников из семейства кошачьих приглашают всех самарцев. Следующий выход в свет у маленьких ягуаров состоится 13 мая. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.